не вписался в поворот. В Омске водитель грузовика разбил два автомобиля, а затем скрылся. Авария произошла на пересечении улиц Ивана Багнюка и 2-й Солнечной. Водитель повернул на перекрестке налево, после чего неожиданно выехал на встречную полосу и снес два автомобиля – Рено и ВАЗ. Никто не пострадал, как сообщает очевидец. Водитель большегруза, скорее всего, был пьян. Свидетель поехал за грузовиком и сообщил о происшествии дорожным полицейским. Инспекторы попытались остановить нарушителя, однако мужчина продолжал движение до тех пор, пока не съехал в кювет. Проходить медосвидетельствование он отказался.